А ты готов к последней главе? Обитель зла. Последняя глава. Год 2016. Resident Evil. The Final Chapter. Конец пути. Мила Йович, я пью где фильм только не снимался, где муженек Йович вместе с Йович и командой не побывали. Это США, Германия, Франция, Канада, ЮАР, Австралия, Великобритания, Япония. Я уже просто захлебнулся в своей слюнке. Они практически везде были, кроме России. Ну ладно, все может быть еще впереди, хотя... Режиссер, сценарист, продюсер. В общем, муж Йович Андерсон. Что он натворил? Ну, перегнул палку, чувак. Ну зачем, мужик? Ну ты же мог остановиться! Остановиться! Фильм. Серия Resident Evil. Пошла под откос с третьей части, к сожалению. Ну зачем снимать надо было? Ну. Милка, ну ты же не хотела. Но потом опять захотела после родов и понеслась. Бюджет был 40 миллионов бакинских сборов США, ну, видите, фильм-то окупился, понятно. Он же еще в мире пошел. Мамаша-то у Йович русская. Естественно, в России было 1 034 000. У нас была огромная. Пиар-компания, рекламная, пошло-пошло, а на 312 миллионов бакинских пошло дело. Ну а цифровой релиз был 29 апреля 2017 года от Sony Pictures Home Entertainment. Милович, Инглин, Элли Лартер, это баба с яйцами, Шон Робертс, Уэн Мэкен, Франс Реймс и другие неплохие актерышки. Актерище, ну как они себя называют. Действие фильма разворачивается с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. Логично, окей. После того, как Вескер передал Элис в Вашингтоне. Ой, простите, предал Элис в Вашингтоне, и конец истории человечества стал еще ближе. Элис – последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, куда... Туда, где все и начиналось. Город Ракон-Сити. Ракон-Сити! Ракон-Сити! Где корпорация Umbrella готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить. А там их всего лишь мало. В гонке со временем Элис вооружается до зубов и объединится с друзьями и теми, кого не ожидала увидеть в роли своих союзников. Ох, накрутили! Вместе они будут биться против армии мертвецов и новых чудовищных мутантов. Находясь под угрозой потери своих способностей и готовясь к неминуемой атаке корпорации, Элис столкнется с еще более трудными проблемами. А человечество тем временем будет находиться на грани гибели. Фильм, конечно, очень много графики, естественно, без слома никуда, но в то время еще можно было себе позволить. Моя оценка этому творению всего лишь 5 баллов. Увы, вы не дотянули, но есть ребятки, которые ставят и 10. Я люблю серию Resident Evil. Обожаю все, что связано с Resident. Все, что связано с зомби, вирусами, все это я просто обожаю. Но, ребята, нельзя было делать продолжение. Слухи ходят разные, новости тоже говорят, что будет переосмысление, какой-то новый персонаж. Посмотрим, будет ли Йович снова сниматься в Резиденте. Покажет время. Друзья, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал и помогайте на развитие канала любой денежкой. Каникулы продолжаются, и как раз есть что смотреть. Пересматривайте, да, новых фильмов ничего такого не выходит. Благо, есть что посмотреть из старенького. Адьё.